Да, девчонки, это я. За милых дам, мой первый тост и тут и там. Там полный вообще разнос по Эрику Давидовичу от этих наших говноразоблачителей. Давайте просто порассуждаем. Я вам расскажу свое мнение, а вы напишите мне свое. Мне очень интересно. Выйдет и снова будет пузиком, своим пузом прыгать на амбразуру борьбы с недобросовестными полицейскими, с коррумпированными властьпридержащими. Ну вы чего, ребята? Все это деньги, деньги, деньги. А помимо этого, смотрите пункт первый, еще хочется жить. Аудитория хочет очень, чтобы никогда не было рекламы, но контент был на уровне топ-гира. Такого не бывает. Кровососы, которые присасываются на блогеров, которые делают нормальный контент, кровососы всегда ждут, к чему приколебаться. Ну вы чего, ребята? Целую, обнимаю, пока.